Вот он музей Николара Золота. Похоже, что осень, люди есть, но не так, чтобы уж очень. Два человека прогулялись тут, сейчас никого, поэтому снимаю. Олежка — это символ Финляндии. Насмотрелся я на них в эту поездку. Очень много оленей. Не ошибусь, если скажу, что больше сотни видел оленей. Такие домики. Они и в прошлом, они и сейчас в Финляндии. Дорога куда-то, куда я не знаю. Ну ладно, попозже пройду туда, посмотрю, что там. Пока здесь образцы всевозможных пород и минералов. Кварц, яшма. Понятно для меня. Еще образец яшмы. Гематит, булыжник. Вот такой громаднейший. Гематит в кварце. Тоже огромнейший. Амфиболит. Посмотрим, что здесь. Вот стандарт современный. Камушки. Камушки. Касса. Ну и желающие что-то приобрести могут выбирать. Окаменелости. Кварцевые, ой, эти аметистовые желудки 15 евро. Аммониты. Моноцитовый песок. Это что-то серебряные изделия и серебро. Да, серебро. Белое серебро. Все понятненько. Приполированные пластинки. Ой-ой-ой, нахулиганил. Здесь образцы камней всевозможных. Вот платина в пробирочках и золото. Сейчас фотографирую отдельно. Магнетит, ильменит, моноцит,
гранат. Дальше идут аммониты. Опять животки. Вот здесь приполированные камешки всевозможные. Пробирки. Надо покупай. Насколько настоящая, я не знаю. Ну, похоже оно. Но он не в воде. Жидкость какая-то. А может и образцы. Ну, сейчас вы наблюдали, человек в кассу положил денежки и пошел своей дорогой. Все, ни души, просто он покупатель. Никто тебя здесь проверять не будет. Украл ты или не украл. Здесь не принято воровать. Можешь оставить сумки и не следить за ними абсолютно. Золотинки 15 евро. Покупай. Хорошая страна Финляндия, мне понравилось. Вот так вот и добывается золото. Вот такие ручейки ищутся. И пески промываются на таких шлюзах. Промывались точнее. А это место жительства старателя тех-тех древних времен. Дойдем, посмотрим. Это уже более современное. Заглянуть можно? Ага, можно заглянуть. О. О, аж испугал меня дядька. Сидит, смотрит.
Ну а что? В таком домике можно жить, да? Печка тебе, пожалуйста. Все. И добывай себе золото. Пойдем в тот маленький. Зайдем в домик. А, здесь вот еще домик есть. О, ну это вообще супер, конечно, домик. Это домик супер. Все, поспать. И столик у окошка. Ну а что еще надо было старателю? Ну, более древний. Это какой-то современный. Это современное что-то. Ну а что, отлично. Чего? Отлично. Юрточка. Куча гвоздей, чтобы, видимо, какой-нибудь зверюган не попытался залезть. Очаг. И все. Дым туда. Где вот этот домик мне понравился? Зарытый в землю, как и положено, чтобы поменьше отдавать тепла. Ну, заглянем, что там. Ну, а что там? Буржуйка. И где вытянуть ноги старателю? А что еще требуется? Все. Вот такая она жизнь старателя. Если кто-то думает, что так-то по-другому, глубоко ошибается. Потому что целый день надо кидать, кидать и кидать. Кайло, лопата, тачка, шлюз. И вот промывай материальчик. Но мне пора. Заносные земли в Атланте есть только в нескольких местах, выявив наличие самого золота случайно. Старейшие известные месторождения золота... Включили мне кино. Смотри, пожалуйста, кино на русском. Заносные места в районах реки Леменюки и Тантабара. При традиционном способе добывания золота... Я единственный в музее. И, пожалуйста, смотри. На людей. И опять в продаже много всевозможных образцов. Всего. В том числе натуральное золото. И метеориты в продаже, и аметисты, колечки всевозможные, образцы опять золота, самородочки маленькие. Здесь уже подделки из самородка. Пожалуйста. Здесь из метеоритов подвески.
Бери, не хочу. Там уже более серьезные такие поделки. Ладно, пойдем в музей. Так. Музей сюда, да? Где старатель сидит. Это сани какие-то. Под собаку под одну получается. О, на страже. Полисменчик. Или что там? С раскопок видно. Было поднято. Ну, здесь биографии людей. Александр II упоминается. Карта. Кино для меня показывают, а я хожу по музею. Пойдем дальше. Всевозможные лодки, всевозможные. И опять образцы золота лежат спокойненько. Ну, естественно, не открыты под стеклом. Тут. И технология промывки, то есть материал подается. И пошел вес, ожидается вот таких вот ловушках. Ловушки. Что, пойдем дальше? О, промприбор древний. Вот так вот жили старатели. То есть не хоромы, а маленький закоулочек. И вот тебе руду. Дум-дум-дум-дум, калашмач. В душе. Здесь плавили золото. Ну, здесь показана технология, то есть стачки материал засыпался в промприбор, чус, промывался. Здесь приспособления всевозможные. Ну, как результат. Ну, это, скорее всего, конечно, имитация. Да, это имитация, значит, вот он, 392 грамма, все правильно. Образец самый максимальный, 385 поменьше, и где-то должен быть
Это вот что максимально было найдено по размерам. Там сувениры. И здесь всевозможные, так скажем, дополнения. Весы. Мешочек золотом. Ну, так старатели развлекались. Вот такие у них были шахматы. Очечник. Имитация. А это, видимо, под водой работает старатель. Ну да, это как бы водичка. А это вот он работает под водой. Ага, все, да, все верно. Афалина работает. Афалина собрана из канализационных труб обычных, пластиковых и всех делов. Молодцы, ребята. Молодцы. И все, там жестяной. Никаких тебе. Уйму тысяч рублей. Так, а здесь что у нас? О. Здесь образцы пород.